Анонс и точная дата выхода нового 4-серийного сериала «Танго для одной». Премьера нового сериала состоится 12 октября на ТВЦ. Саша Катушкина проработала городским архивариусом почти 15 лет. Все это время ей приходилось окунаться, как в омут с головой, в судьбы посторонних ей людей, сведения о которых хранились в многочисленных аналах архива. Так уж и сложилось, что героиня не особенно заботилась о комфорте в собственной жизни, да и не особенно к этому стремилась. Но в один прекрасный день монотонная жизнь Александры меняется. У нее была сестра, которая порвалась с семьей уже много лет назад и не объявлялась все это время. И вот теперь Саше становится известно, что именно она является единственной наследницей своей родственницы. Но вот только помимо имущества, Саше достаются также в наследство сложные криминальные проблемы, поскольку ее сестра вела соответствующий образ жизни, который был далек от праведного. Теперь наследнице приходится спасать собственную жизнь, преодолевая сложные испытания. На хрупкие девичьи плечи свалился непомерный груз, который выдержит не всякий мужчина. Противостояние безжалостным представителям криминальных структур. Теперь на пути Саши только опасность и непредсказуемые западни. И хотя девушка старается вести себя крайне осторожно, в одну из ловушек все же попадает. Напомним, премьера сериала состоится 12 октября на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы, не ждите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.